Всем привет! Это новое видео «Стадия у змеи» на моем канале. Я его снимаю во вторник. Во вторник вы смотрите другое видео вечером. Я решила построить для себя такой график, что во вторник и в пятницу будет выходить новое видео. Все будет регулярно в 5:15 по Москве. Надеюсь, вам очень понравится это видео и приятного просмотра. В своем видео «Стадия у змеи» мы делали вот такое расписание. Кстати, оно очень полезное. И сегодня у меня будет репетитор по обществознанию. Также сегодня выходит видео в Ютубе. Соответственно, нужно будет отвечать на комментарии хотя бы в ближайшие 2 часа. Я уже работаю над следующими видео, соответственно, на вторник следующей недели мне нужно снять другое видео, а также у меня в работе еще одно видео, оно выйдет ближе к Новому году, и для него мне нужно разработать сценарий. Он у меня находится в bullet journal, и на этом листочке написаны наброски для этого сценария, почти вся информация, которую теперь нужно будет начать систематизировать в Notion, в специальных заметках, которые я там создала. Ну а так как уже началась учебная неделя, я уже хожу в школу, поэтому нам начали задавать уроки. И, соответственно, их нужно делать. Начну я с алгебры, а потом, скорее всего, сделаю домашку, которую мне задала репетиторка по обществознанию. Но для начала нужно разобрать портфель и положить учебники на место. Только сейчас нам пришли изменения в беседу класса, и нам завтра к 3-му уроку. Это получается к 10 утра в школу. И я безумно рада, потому что если я проснусь в 5, то получается у меня будет свободное утро, и скорее всего буду работать над новым роликом. А я уже несу себе перекус. Это вот такой чаек. Я не люблю из пакетиков, пью только вот такой с заваркой. Вот такие странные бутерброды, здесь колбаса, майонез, кетчуп и горчица. В целом это звучит очень странно, но это вкусно. Кстати, если вам интересно, попадаются ли мне эти чаинки и вообще чувствую ли я их, то нет, вообще не чувствую, поэтому... Если судить по вкусу, то этот чай гораздо вкуснее. Он примерно такой же, как и пакетичный чай, но при этом он очень вкусный. У него очень приятный вкус. И, пожалуйста, если вам не нравится пакетичный чай, и вы судите весь чай только по пакетикам, то, пожалуйста, просто попробуйте сделать заварку хорошего чая, и вам обязательно понравится. Ну и спустя, наконец, 3 минуты прошедшего ролика я приступаю к алгебре. И, собственно, вот так у меня получилось. Вся домашняя работа выполнена. И теперь я приступаю к выполнению домашнего задания, которое мне дала репетитор по обществознанию. Ну и, собственно, вот задание и еще одно, которое мне нужно выполнить. Мне их прислали в телефон, а я их перефоткала на планшет и сейчас буду выполнять в той же тетрадке, где я выполняю обычно обществознание пробники. Ну вот, собственно, я сделала всю домашнюю работу. В моем ДЗ было написать конспект и сделать один пробничек, одно типовое задание из ОГЭ. Оно было достаточно легкое, так как я тему только что прошла еще раз. И здесь прям вот все по одной теме. И это очень классно. Кстати, только сейчас на канале вышло новое видео. И вот такая обложечка у него. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Оно вышло, кстати, смотрите, 2 минуты назад. Класс. И я жду первых комментариев. Кстати, на канале уже 79 подписчиков.
Это вообще большая сумма для меня, особенно потому, что я начала канал совершенно недавно, здесь 4 видеоролика, а уже 79 подписчиков, просто классно. Я сижу и жду занятия. Вроде бы осталось еще полчаса, и я не знаю, чем мне заняться. Всем привет еще раз, и это видео я продолжаю снимать уже спустя несколько дней. Сегодня у нас четверг, и я только недавно пришла со школы. У нас сегодня не было никаких уроков, мы писали пробник по математике. Вы помните из прошлого стадии УЗМИ, я решала пробник по математике, его написала достаточно плохо. Но тот вариант, который был дан нам, он был гораздо легче, поэтому мне кажется, что все более-менее я решила правильно. Кстати, я уже дописала сценарий, но показывать вам я его не буду, так как там конфиденциальная информация, вы не должны ее видеть. Видос снимать я буду где-то попозже, потому что сейчас не время, я хочу поднакопить новогоднее настроение, а потом уже снять с мотивацией. А сейчас мне нужно поставить на зарядку планшет, потому что он сел. Логично. Еще мне там нужен Notion, поэтому сейчас планшет необходим. И то, что он сел, это очень плохо. Собственно, я уже сделала весь сценарий. Я очень рада, потому что успела очень быстро. И осталось только снять. Возможно, я еще буду дополнять этот сценарий. Кстати, еще хотела показать вам мою тетрадку по обществознанию. Что я написала за 2 дня занятия с репетитором. Это первая, та домашняя работа, которую мы с вами писали. И вот это мы написали за все занятие. То есть, смотрите, мы написали и теорию, и порешали, и начали уже тему деятельности. В целом, я довольна, мне нравится. Ну, а это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И вы не забудете повзаимодействовать с этим роликом. Поставите лайк, напишите комментарий, возможно, поделитесь со своими друзьями. И подпишитесь на мой канал. Ну и всем пока!